Привет! Сегодня я расскажу, как можно выучить в Америке английский язык, когда ваш английский не родной. Сзади меня находится школа, где учатся дети с 8 по 12 класс. Это high school. Идем дальше. Сейчас я рассказываю про штат Флорида, город Орландо. Здесь есть поддержка в английском. Английский, американский, для тех, у кого английский не родной. Называется ESOL, Adult English, English для взрослых. Я приехала сюда, чтобы сдать тест и начать обучение. Мне уже дали вот такую книгу. Тут как раз стоят адреса. В каких школах проходят занятия? Я вот в этой школе. С понедельника по четверг. Понедельник, вторник, среда, четверг. С 6 до 9 вечера. Okay. Есть утренние занятия. Okay. Вечерние. Uh-huh. В разное время, какое удобно, выбираешь адрес и учишься. Пусть обучение классов. $5 ежегодный сбор. Это, я так понимаю, за рабочую книгу. $15 тестирование. И $30 оплата за семестр. И получается 4 дня в неделю за семестр. Получается где-то $1 занятие или меньше. Все, сдала тест. 2 часа сидела, сдавала тест. Там две части было. Первая часть письменно. Это имеется в виду на компьютере. Дается текст. И нужно ответить на вопросы. Но вопросы не из текста, а вопросы, надо смысл текста понять и на них ответить. А потом еще задания устные, это ты надеваешь наушники, слушаешь текст и по смыслу уже отвечаешь, подбираешь подходящий ответ. Я, конечно, замучилась. Ну, все, я получила разрешение на обучение. Дальше пойду учиться. Семестр здесь, второй семестр начинается с 19 января и по июнь. То есть получается первый семестр. С сентября по январь, и второй семестр с января по июнь. Вот так вот, семестр стоит $30 обучение. Пока!